А, собственно, музей находится здесь, в старинном особняке русской графини Демидовой. Вот 55 лет тому назад я пришел именно сюда устраиваться на работу, потому что здесь, начиная с 1919 года и до середины 80-х, и находилась Одесская киностудия. Здесь и жила графиня Демидова, просторно жила. В ее апартаментах помещалась вся дирекция: плановый отдел, производственный отдел, бухгалтерия, сценарный отдел и даже цех монтажа фильма. Когда я приехал работать сюда, здесь на студии еще работали два человека от графини. Один был у графини конюхом, и на студии тогда были лошади, он был конюхом. И один был садовником. Вот они мне рассказывали, говорят: ой, вовремя умерла наша барыня. Не видела, что потом было.